Мы живем в самой большой стране на свете, самой богатой полезными ресурсами. Но почему-то от лосося я могу позволить себе только вот эти остатки на свою зарплату, ребят. Не, я не спорю, эти кости от лосося с барского стола, конечно, вкусны к пиву. Но это наша реальность. Где же наши алмазы, нефть и все остальное? Печально, печально.